Глава Твери Алексей Огоньков провел совет по территориальному общественному самоуправлению. После вынужденной паузы из-за коронавируса тверские общественники впервые встретились в этом году и обсудили ряд актуальных вопросов. Перерыв почти в полгода, и вот снова заседание Совета ТОС в очном формате. В основе повестки – тема городского хозяйства. Вопросы отрасли ЖКХ актуальны в любое время года. Очень важны наши встречи, так как на них мы обсуждаем вопросы, которые волнуют наших жителей. Сегодня мы обсудим вопросы, касаемые нашего жилищно-коммунального комплекса. Представители фонда капремонта не часто встретишь, а здесь подробный отчет перед общественниками. В текущем году обещают отремонтировать 81 жилой дом. Также в числе актуальных вопросы электроснабжения, а 90% тверских потребителей подключены к сетям муниципального предприятия «Тверьгорэлектро». Мы обслуживаем около 600 километров воздушных линий электропередач. Это более 1100 километров – это кабельных линий электропередач. Около 1000 километров – сетей наружного освещения. Просим очистить столбы наружного освещения. Это у нас по закритическим институтам, по дом частного сектора от дома 22 до дома 12. Ну давайте мы со схемой электроснабжения еще раз адрес скажите. Выйдут с вами, прям свяжутся. Я постараюсь разобраться. На таких встречах общественники получают подробную информацию о том, как оперативно решать вопросы по конкретным ситуациям и адресам. По их запросам и на основании того, что хотят узнать жители города, составляется повестка будущих заседаний Совета ТОС в администрации Твери.